Нам говорят, что место – только место. Душа живая – это Божий храм. Что у Христа живая есть невеста, и жизнь дарует ей Спаситель сам. И это верно, истина. И все же значение имеют и места. В одних совсем отсутствует Дух Божий. Другие – Божий дом, небес врата. И чувствуешь под рукотворным сводом, что здесь Вифиль, что это Божий дом. Где Дух Господень, там царит свобода, там сладкое общение в нем одном. Отсюда ввысь возносятся моленья, отсюда всем слышна благая весть. Бог шлет сюда свои благословения, и Дух Его свободно дышит здесь. Приветствую вас, дорогая церковь, Home of God. Вы знаете, когда-то Яков, пробудившись от сна, говорит: «Истина, Господь присутствует на месте сём, а я и не знал». Это не иное, что дом Божий, это врата небесные, и нарек имя месту тому Вифиль. Друзья мои, если вы хотите сегодня получить такое откровение, вместо подушки положите в изголовье камень, шучу, и Бог по-настоящему откроет вам, что это дом Божий, что это врата небесные. Господь Иисус о своем доме когда-то сказал: «Ибо написано, что дом мой наречется домом молитвы для всех народов. Помолись о других, и пусть станет боль чужая родной болью близкой. Одним сердцем, одними устами нам дано друг за друга молиться. Руки Божьи дать милость готовы, небеса перед нами открыты, не напрасно дом Церкви Христовой называется домом молитвы». Церковь, аминь. Знаете, я сразу хочу сказать вам, что я не преследую никаких национальных сегодня вопросов, но то, что в самом начале сказал брат, у меня болит сердце за нашу историческую родину. Кто понимает украинский язык? О, майже усі, да? Друзья мои, вы знаете, я сегодня хочу испеть песню, которая называется «Песня молитва», «Молитва за Украину». Только по той причине, что сам Господь Бог сегодня заповедал нам молиться друг о друге. Господь Иисус сказал: «Молитесь друг за друга, ибо много может, что усиленная молитва праведника». И пусть эта песня, которую я спою, будет предметом нашей молитвы, чтобы мы молились за наши народы, славянские народы, братские народы, чтобы не было вражды и войны на этой земле. Пожалуйста, операторы. Бо в серці я любов незмінну маю, і світлою стає душа моя, і світлою стає душа моя. Помолюся тихо, словом не лукавим, по світу лихо більше не блукало, стану на коліна
хай буде істина одна. В останній час то буде не останній для того, хто повірив у Христа, для того, хто повірив у Христа. Ти мій Спаситель, ти моя надія, що завтра день не згасне у пітьмі. З тобою буду я по-справжньому радіти, ти мій Господь, а я навіки твій. Ти мій Господь, а я навіки твій. Помолюся тихо, словом не лукавим, щоб по світу лихо більше не блукало. Стану на коліна, до Христа промовлю, що для України дав щасливу долю. Слава Богу!